Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на телефоне Motorola Action Moto One активировать режим разработчика. Для начала мы переходим в настройки. Далее спускаемся в самый низ и заходим в подпункт об устройстве. Далее листаем ниже и видим номер сборки. Начинаем на него нажимать. Теперь оно у нас просит пароль. Если у вас на телефоне стоит пароль, вы его вписываете. Если не стоит, оно вас, соответственно, его и не попросит. Мы его вписываем и получаем оповещение, вы стали разработчиком. Как же попасть теперь в меню разработчика? Переходим назад и заходим во вкладку «Система». Далее нажимаем «Дополнительно» и заходим в подпункт «Для разработчиков». Здесь появилось очень много функций. Рассказывать я о них в этом видео не буду. Но если хотите, пишите в комментариях. Я увижу и запишу видео о этих настройках. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!